Ложим посередине его и вот в разные стороны. Раз, так, чтобы рез зашел половина на нори и половина, чтобы вот такая вот юбка была. И начинаем его вот так вот таким образом разглаживать. Легонечко, не сдавливая. Я это сделаю сейчас ролл Калифорния. И вот видите, оно и вот с этой стороны срез, и вот здесь нори есть свободная. Красили его топиком. Перевернули и ложим начинку. Больших пальцев сюда, а этими просто вот начинку придерживай и по чуть-чуть прокручивай. И потом прижали. Раз. Вот оно зашло. И потом постепенно раз, чуть-чуть. Прокрутили. Прокрутили. Вышел готовый рул. С одной стороны прижали, перевернули, прижали. И с другой стороны. Готовый рул. И порезали его на 8 частей. Посередине, только аккуратно, вот этот просто нос, он заточен под одну сторону, поэтому если резать ровно, он будет криво резать. Если вот поставить нож и немножко вот в эту сторону, и вот так вот пиляем этот ролл. Подровняли. Раз посередине. Thank you.
дамы и господа. И в завершении сегодняшнего дня мы разыграем еще две мышки специальные. Yeah.